Юлия Меньшова предпочитает не афишировать подробности своей частной жизни. Однако ради важной даты популярная актриса и телеведущая нарушила это правило. На своей официальной странице в Инстаграм Юлия Меньшова опубликовала фотографию сына. Накануне 13 декабря Андрею исполнился 21 год. Актриса предпочла отказаться от пышных поздравлений, указав в подписи лишь несколько хэштегов: «Решетка, ты же родился, только недавно, решетка, люблю бесконечно, решетка, только удачи». Подписчики пришли в восторг от сына Меньшова и рассыпались в комплиментах и поздравлениях. «Поздравляю мамочку с днем рождения сына. Юля, поздравляю! Какой красивый парень у вас вырос, приятный молодой человек. С днем рождения! На папу похож, какой красавец! Пусть растет счастливым, здоровым и удачливым! С днем рождения вашего любимчика, красавец! Удачи ему по жизни! Пусть его дорога будет легкой! Маме молодости, счастья и гордости за деток, орфография и пунктуация авторов сохранены. Прим. Ред». Прокомментировали фотографию пользователи сети. Напомним, что у Юлии Меньшовой и ее супруга, актера Игоря Гордина, двое детей, помимо сына, у пары есть 15-летняя дочь Таисия. В какой-то момент в семье назрел кризис, Меньшова и Гордин расстались, но договорились проводить отпуск с детьми. Это их постепенно сблизило. Почти через 4 года после разрыва мы были на очередном совместном отдыхе с детьми, и он вдруг стал как-то заботиться обо мне, проявлял знаки внимания. Я посмотрела на него по-другому. У нас начался роман, который мы скрывали от детей полгода, в недавнем интервью рассказала Юлия Меньшова. К счастью, супруги преодолели разногласия и снова счастливы вместе.